Вечер памяти Михея. Москва, приходи обязательно. Отдать дань своего уважения такому мастеру, который действительно сделал что-то. Основал школу мелодичного речитатива вообще в Донбассе. Очень близок своими текстами, своими песнями. Некие тембры похожи у меня с Михеем. Я только считаю это все даром Господним, так сказать. Он поразил меня настолько, что буквально я стал заниматься музыкой благодаря этому человеку. Ташкент, Санкт-Петербург, Киев, все города в мире. Приходите 3 числа, я вас жду.